столбик. Я понимаю вас. Мы олицетворяем свой страх, создаем его образ и называем этот образ Богом. Тебя что-то беспокоит. Ангел смерти пришел ко мне. Хотели играть в шахматы. Эта отсрочка позволит мне уладить одно важное дело. Какое? Жизнь моя прошла в бесплодных поисках углуждания, в бессмысленном многословии. То было небытие, да. Я говорю это без горечи и сожаления. Я как знаю, большинство людей живет так же. Мою отсрочку я использую для единственной значимой цели.